начнем наше занятие сегодняшнее. Сегодня у нас тема забастовка. Лекции у нас заключительные по курсу. Вот, а прежде я скажу несколько слов о тех материалах, которые представили наши уважаемые студенты. Значит, тут товарищ Воскресенская. Конфликтологический анализ коллективного договора ЗАО «Первый контейнерный терминал». Данный коллективный договор содержит все точные и подробные инструкции, договоренности и условия, при соблюдении которых возможно полноценное функционирование ЗАО. Это достигается путем снижения противоречий и конфликтного потенциала внутри организации. Очень хороший и интересный вывод. Коллективный договор, представленный для анализа, направлен на улучшение условий труда, повышение уровня безопасности в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Этот факт делает этот договор привлекательным для работников, защищая их интересы. Однако работодатель в целом тоже заинтересован в наличии и соблюдении настоящего коллективного договора, так как основными его интересами является отсутствие конфликтов внутри организации, ее полноценное функционирование, полномерное развитие, а также достижение максимальных доходов организации и каждого работника. Вот. Так. Товарищ Воскресенский, подпись, все оформлено. Нету? Нету. Так, второй материал – это работа студента третьего курса Лебедева Евгения Александровича. Резюме по коллективному договору ЗАО «Первый контейнерный терминал». Данный коллективный договор, заключенный между работодателем и профсоюзом, призван создать то, что Козер называл базовым консенсусом, на основании которого будут разрешаться конфликты. И профсоюзы, представляющие интересы работников, и работодатель, заинтересованы в осуществлении предприятия как в источнике прибыли, что и закреплено в данном договоре, в особенности в пункте 3.1. Но почему профсоюз заинтересован в прибыли, не очень понятно. Потому что созданный доход делится на две части – прибыль и заработная плата. Поэтому как-то так, вот почему это, что за профсоюзы такие там, которые заинтересованы в прибыли, а не в повышении зарплаты работников, а? Хорошие профсоюзы. Хорошие профсоюзы для работодателя. Это во-первых. Во-вторых, неверно, что этот договор заключен между профсоюзами и работодателем. Во-первых, профсоюз и профсоюзная организация первичная – это разные вещи. Во-вторых, профсоюза там два. И тот, кто читал, тот мог увидеть, что там два профсоюза фигурируют. Профсоюз работников водного транспорта ПРВТ и Российский профсоюз докеров. И у каждой есть первичная организация в этом контейнерном терминале. И вот эти две организации сообразовали единый представительный орган, которому поручено подписывать коллективный договор, заключать. Но договор-то, что написано на титульном листе, между кем и кем? Между работодателем и работниками. Поэтому вот так вроде все правильно, так с виду, так все хорошо написано. Но вот такие крупные вещи, очень важные, они, к сожалению, ускользнули от внимания. Дальше написано, работодатель издает комментарии и нормативные указания только по согласованию с соответствующим правкомом. Ну какие комментарии издает? Зачем комментариям нужно согласование с правкомом? Комментарии – это некоторые пояснения, разъяснения. Они же не носят обязательного характера. Зачем их согласовывать с правкомом? Нет такого в коллективном договоре. А насчет нормативных указаний есть нормативные, локальные нормативные акты. Это приказы. А что такое указания нормативные? Не очень. Таких документов нет. Указаний. Даже у президента нет. У него указы. Из недостатка договора можно отметить отсутствие ответственности сторон, как со стороны профсоюзов, так и со стороны работодателей за нарушение данного договора. Значит, со стороны
профсоюза нет такой стороны, профсоюз, есть сторона работники. Работники все привлекаются к ответственности, если они что-то нарушают. Поэтому, если они что-то нарушают, их могут подвергнуть дисциплинарному взысканию. А что касается работодателя, то если он будет нарушать коллективный договор, работники освобождаются от того, чтобы выполнять такое положение, что они не прекращают работу, не бастуют и не вступают в коллективный трудовой спор по тем вопросам, которые урегулированы данным коллективным договором. Поэтому это, так сказать, тоже не очень убедительно. В целом можно отметить, что этот договор обладает высоким конфликторазрешающим потенциалом и способствует гармоничному развитию и нормальному функционированию предприятия. Я тоже могу сказать, что в целом этот отзыв можно оценить положительно с учетом высказанных серьезных замечаний по тексту. И еще один текст Мишинов написал. А? Ударение на первый слог. Как? Ударение на первый слог. На первый. Ну, хорошо. Мишинов. Угу. Хорошо. Данный коллективный договор написан на понятном языке. Ну, что, конечно, здорово. Исключает сложные понятия и термины. Поэтому его трактовка и использование не будут вызывать каких бы то ни было сложностей. Ну что, это, в общем, замечание правильное, потому что коллективный договор должен быть понят всеми работниками. И вот я хочу сказать, что в отличие от других предприятий, которые имеют свои коллективные договора, здесь коллективный договор выдается каждому работнику, чтобы он знал свои права. Будет он его читать, не будет он его читать. Будет он его использовать, не будет, это уже его дело. Правильно? Но каждый получил этот коллективный договор. И здесь та же самая мысль. Работодатель издает комментарии, нормативные указания только по согласованию с соответствующим правком. Беспрепятственное принятие от работников письменных заявлений по вопросам изменения условий труда. Ну что тут хорошего такого? Принимать заявление. Вот я вам буду зарплату понижать, условия ухудшать, а вы мне будете писать заявление. И что тут такого хорошего? Беспрепятственное принятие заявлений, вот я понимаю, это не самое интересное в этом коллективном договоре. Вот будут люди жаловаться, письма писать. Разве в этом соль? Я думаю, что соль как раз договора не в этом. А вы пишите, что эти пункты, на мой взгляд, являются наиболее удачными. А на мой взгляд, надо после «на мой взгляд» запятую поставить с точки зрения русского языка. А из минусов данного договора отмечу пункт 3.1.7. Штатную численность рабочих механизаций и штатную численность работников, обеспечивающих службу, устанавливаются с учетом мнения профсоюзных комитетов. На мой взгляд, в этом вопросе руководство и профсоюз могут иметь различные цели, что может привести к конфликту внутри общества. Вот работники, имея в виду этот возможный конфликт, и вписали этот пункт. И работодатель это тоже подписал. Это что? К какому конфликту могут привести? А к тому, что численность штатных работников будет все меньше и меньше. Будут привлекаться люди из морского кадрового агентства, которые в два раза меньше получают. И постепенно весь коллектив превратится в коллектив, члены которого как бы в этом коллективе не состоят. Что такое заемный труд? Вы знаете, заемный труд – это значит, что люди формально работают в другой организации, а находятся на этих местах. Вот если бы здесь сейчас сидели в этой аудитории представители не Санкт-Петербургского государственного университета, а представители Государственного педагогического университета в этой аудитории, и присутствовали на правах вот тех студентов, которым я читаю лекции, потому что у меня там подработка какая-нибудь. Дополнительный заработок. Это нормально? Нет. Поэтому это не только вот это замечание, оно неверное, конечно. Неверное, неправильное, неглубокое. Говорит о непонимании вообще тех процессов, которые есть. Самая страшная опасность сейчас – это вот так называемый заемный труд. То есть фальшивое, так сказать, изображение того, что человек работает в другом месте. На самом деле, как решить вопрос, с кем человек заключил договор? Если он работает на этих средствах производства данного работодателя, вот он с ним и заключил договор. А пытается это дело подменить тем, что он оформлен совсем в другом месте. И тогда у него нет ни профсоюза, ни коллективного договора, нет никакой защиты. И вся система
трудового права разрушается. Поэтому это вот грубая ошибка, я вот сказал, товарищ Мишинов. Так, ну, в целом, хорошо, что вы проанализировали, попытались разобраться. Я просто хочу сказать, что это не такие простые вещи, которые, так сказать, с первого раза и разберешь, и поймешь. Ну, вот теперь еще есть чего почитать. Так. Вот. Я бы, конечно, прочитал вашу подпись, но боюсь, что я назову вас неправильно, а потом как-то будет некрасиво. Можете вы так сделать? Написать «дуракоустойчивый». Хорошо. Такой есть принцип дуракоустойчивости, знаете? Это не помогает. Я вчера делал конспекты специально, так же сказали, что все равно. Да, это очень важно. У нас вот был такой профессор Ященко на экономическом факультете, он говорил, это очень важный принцип. Вот вы составляете анкету. И в анкете раздел «семейное положение». Вот если человек оставит просто так, там будет написано «тяжелое», и человек долго будет объяснять, почему. Поэтому советуют написать так: «семейное положение», «женат», «холост», «не нужно вычеркнуть». Или, например, вы делаете лифт. Но если не для дурака, то нужно сделать как? Посмотреть 4 человека, ну там по 90 килограмм, 360 килограмм, ну еще 100 килограмм накинуть, да? 460. А вы учли, что дурак введет в этот лифт тяжелый мотоцикл? Не учли. И у вас может порваться, так сказать, трос. Поэтому всегда нужно писать, что вы взяли, что у вас преподаватель не дурак. Надо писать, чтобы он так вот, вот, Барнысова, все понятно. Любой дурак может прочитать. В том числе и ведущий данные занятия. Так. Для мирного разрешения конфликтов и споров на данном предприятии можно выделить следующие пункты. При реализации положения настоящего коллективного договора стороны будут избегать конфронтации, а возникающие разногласия или недоразумения решать прежде всего путем переговоров. Это по тем вопросам, которые есть уже в коллективном договоре. А по другим вопросам это не предусматривается, правда? Разрешение коллективных споров, конфликтов, связанных с выполнением коллективного договора, стороны будут производить в соответствии с действующим законодательством. Но это пустое совершенно высказывание. Абсолютно пустое. Еще бы не хватало, чтобы вы разрешение споров и конфликтов производили не в соответствии с действующим законодательством. Если вы будете не в соответствии с действующим законодательством, то есть нарушать законы, то вы будете нарушителем закона и будете нести ответственность по закону. Чего это вписывать? Чего тут такого? Это пустые фразы. Вот иногда вписываются для того, чтобы пустить другой стороне пыль во время переговоров, чтобы она не заметила, можно, каких-то важных пунктов, которые надо просунуть. Вот туда такую труху набивают, и вы на эту труху сейчас попались. Труха. Вот у нас лекции с вами, занятия проходят в соответствии с законом. Чего я сказал? Еще бы не хватало, чтобы они проходили не в соответствии с законом. Всякое бывает. Что вы хотите сказать? Это у кого бывает? У вас бывает или у меня бывает? Не знаю, у меня не бывает, чтобы я проводил лекции не в соответствии с законом. А вот некоторые товарищи опаздывают, это в соответствии с законом или не в соответствии. Это не в соответствии с законом, это не в соответствии с чем? С порядком обучения в Санкт-Петербургском государственном университете. Вот и все. Если люди сами платят за свое обучение, значит, они деньги заплатили за автобус, но не поехали. Так, я в таких случаях советую платить деньги за такси, чтобы эффект был больше. Заплатить, а не поехать. А если за людей платят государство, ну тоже, скажем, за вас заплатили, а вы не опаздываете. Нехорошо. Вот это не в соответствии с законом. Ну, строго говоря, не в соответствии с законом, в соответствии с порядком, принятым в государственных учреждениях. Вот, то есть не будем, так сказать, возвышать что-то. Есть же более мелкие акты всякие. В целом я благодарю всех, написавших произведения, за то, что они пошли по правильному пути, попытались сами сформулировать. И вы видите, наверное, разницу. Одно дело слушать то, что говорят, а другое дело сформулировать самому или самой. Это есть разница, это связано с тем, что формулировать самому самостоятельно положение, конечно, гораздо сложнее, чем просто их слушать и воспринимать. Вот лекция или присутствие на лекции представляет собой что? Потребление
знаний, потребление. Сидят здесь потребители. Ну, понятное дело, что не будешь потреблять, так сказать, не будешь жить. Поэтому это очень важно, это нужно, полезно. Но надо не путать это с воспроизведением. Поэтому вот такого рода работы, которые вы сделали, а также зачет, который у нас будет ровно через неделю в этой же аудитории в 10 часов утра, это более высокая форма вообще обучения. То есть вы должны, а точнее, лучше сказать, не должны, а заинтересованы, лично заинтересованы каждый, проверить свои знания. Правильно? Если есть такая возможность. Потому что я вот обязан выслушивать каждого, чтобы он не говорил. А попробуйте вы, так сказать, кому-то подойти на Невском, сказать, вот послушайте, я вам расскажу там про то, про все, про это. Вас от, как от чумного будут от вас убегать. Это счастливый случай, что вас тут выслушивают. Это потому, что такой порядок, что преподаватель на экзамене, на зачете должен выслушивать раз. Второй, он должен давать оценку, там разъяснять, в чем неправ, допустим, студент. Потому что это очень важная форма обучения. Вот. И она в чьих интересах делается? В интересах того, кто преподает, или в интересах того, кто обучается? В интересах того, кто обучается, конечно. Вот поэтому вот просьба ее и использовать с этой точки зрения. То есть вы какие-то хотите вещи проверить, правильно ли вы их усвоили? Наверное, вы не такие пустые вот вещи будете проверять, что все то, что делается там где-то в соответствии с законом. Ну, мы знаем, что в соответствии с законом не все делается. Вообще закон только тогда нужен, когда его нарушают. Вот такое положение понятно? Если уже закон никто не нарушает, он нужен? То есть это стало уже привычкой. Вот вы завтракали сегодня? Нет. Нет? Безобразие. Ну, мы не будем никаких мер принимать. Но я думаю, что это не нужно принимать по этому поводу никаких мер, что не является, нарушение чего не является, допустим, общественно опасным, или что просто стало привычкой. Если это стало уже привычкой, постепенно, когда нормы общежития человеческого станут привычкой, законы соответствующие отомрут. Зачем они нужны? Дескать, вот вы должны сидеть сейчас прямо. Нужно это? Ну, как-то... Зачем? Сейчас в Думе потащим такой закон. Зачем это нужно? То есть это вещи, которые не следует обожествлять, законы. Возвращаемся к более сложным проблемам. Проблемы, связанные с организацией забастовки. Как мы с вами на прошлом занятии рассмотрели, необходимо выполнить все процедуры, считаем, что они все выполнены, и вот такого-то числа, с такого-то времени, там, 6 часов утра, объявлена забастовка. Что это означает? Это означает, что все люди, которые прекратили работу или пришли на работу и не работают в это время, эти люди никаких норм закона не нарушают. Они имеют право преспокойно пойти домой, пойти гулять, пойти в театр, пойти в кино. Так? Некоторые вот пойдут пить пиво, третьи будут пить водку, пока их не заберут в милицию. Четвертые пойдут в библиотеку. Пятые, значит, будут участвовать в переговорах с администрацией, что является обязательным. Согласно закону, во время забастовки, анонимки не принимаются. А что? Что это такое? Вот это номер. Это есть надпись, есть подпись, а это что-то сзади еще. Ничего себе у вас. Круто. Это говорит об инициативности и оригинальности. Так. Допустим, ректор издаст приказ, а сейчас смотрит, не подписан. А, это вы на обороте посмотрите. Там подпись стоит. Хорошо. Значит, во время забастовки стороны обязаны продолжать примирительный процесс. Обязательно. Вот если одна из сторон уклоняется, допустим, приходит представитель забасткома к директору и говорят, так, мы должны поговорить. Все стоит, ничего не работает никто. Мы должны поговорить. Он говорит, я с вами разговаривать не буду. Так, те пишут сразу что? Что они пишут, те, кто пришли? А? Что надо? Какой протокол? Чего протокол?
Ну вот вы встретились с нарушением закона, вот вы у нас самая законница. Что нужно делать? Вот мы приходим с вами, и вот с этим товарищем втроем, к генеральному директору, вы генеральный директор, мы к вам приходим. А вы говорите, я с вами разговаривать не хочу, после того, как вы тут это делаете, эту забастовку, не хотите работать, лентяи, лодыри несчастные, я с вами разговаривать не хочу. Что мы должны сделать с вами? Товарищ конфликтологи, советуйтесь. А? Заявление написать. Кому? Кому хотите заявление написать? Ей? Нет. Заявление? Она с вами, она вас называет вообще оболтусами, бездельниками, а вы в самом деле сейчас ничего не делаете. Так, лентяями. Мне кажется, вам нужно собрать инициативную группу. Зачем вам инициативная группа? Какую инициативу хотите проявить? У нас завтра трудовой конфликт. У вас и так трудовой конфликт, у вас высшая форма. У вас забастовка, вы что? Мы во время забастовки пришли поговорить. Почему вы пришли? А что вами руководит? С интересами. Да никакие не интересы. Мы пришли поговорить только по той простой причине, что если мы... Он же ведь не от разговоров она будет делать. Вы же знаете, разговорами ее не проймешь. Вас проймешь разговорами? Нет. Нет, конечно. Поэтому, но нам важно, чтобы к нам не прицепились, что во время забастовки мы с вами не к ней не будут прицепляться, не беспокойтесь. Она не будет, а вот к нам прицепится сразу. Скажет, вот она раз сразу и в суд. Что они, вот эти граждане, вот эти бездельники или жубокие обжоры, они не участвуют в примирительных процедурах, согласительную комиссию не образовали, и несмотря на мои просьбы и обращения к ним, не участвуют в переговорах. На этом основании забастовка может быть объявлена незаконный. Вы что, вы ее объявили, чтобы ее, мы объявили забастовку, чтобы ее признали незаконной? Это вам хочется? Так что мы должны сделать, чтобы ее? От нас зависит теперь. Она все, смотрите, как она сидит, сидит и смотрит, как только мы неверный шаг. Знаешь, как кошки смотрят на цыплят? Как только неверный шаг, сразу раз, и все. Ну? Так... Что, вы не подготовились к забастовке? Нет, ну мы... Чему вас учили? Чему вас учили в университете? А вы что, конфликтолог? Чего у вас учили там, когда конфликт? Вот наступил конфликт, и тут вы говорите, это не трожьте меня, я конфликтолог. Не трожьте меня. Чего вы спрашиваете? Я конфликтолог. Это я так историков спрашиваю. Историки, что вы изучаете? Он говорит, мы изучаем то, что было. Я говорю, что, вы изучаете то, чего нет? Такие специалисты нужны, которые изучают то, чего нет? Они там. То, чего нет. Просто в принципе ничего нет. Я им говорю, давайте я вам объясню, что вы изучаете. Вы изучаете современность как продукт предшествующего развития человечества. Они записывают тогда. Ну, они историки, а вы конфликтологи. Вот конфликт развернулся. Мы все шли, дошли на последней лекции до конфликта. В развернутой форме забастовка идет. И вот сидит товарищ тут. Вместо того, чтобы пойти, вот она, видит, не знает. Вот он встретился с ней, она его куда-то отправила подальше, а он теперь сидит и листает какую-то книгу. Книгу надо раньше листать, сейчас уже забастовка идет. Хотя вы действуете совершенно правильно. Забастовка – это тот случай или то время, когда все работники должны поучиться вот этим вопросом. И в отношении Трудового кодекса, и в отношении соответствующих законов. Чтобы они были грамотны. И в отношении, так сказать, экономических противоречий. То есть они должны заниматься теорией в это время. В другое время у них нет возможности. А сейчас, пожалуйста, образованные люди, которых можно пригласить или которые уже есть. Все порядком заведуют во время забастовки. Кто? Забастовочный комитет. Он кого хочет, так сказать, позовет. Кому надо, и лекции прочитают. И можно провести в течение этой забастовки много-много разных занятий, и люди все повысят свою грамотность. Это разве плохо? Чтобы забастовка была положительным действием, а не таким действием, что кто-то уйдет и напьется, как даже и говорить не хочется. Правильно? То есть надо подходить к этому делу как к такому времени свободное, которое люди сами добились его, и использовать его, так сказать, с максимальной полнотой. Так вот, дорогие друзья, я вам уже это говорил, что если вы встречаетесь с каким-то ненормальным фактом, который заслуживает чего? Оспаривания. Так?
который заслуживает осуждения и обращения в какие-то органы. Надо начать не с обращения в органы, потому что вы обратитесь в эти органы, а там скажут, это, а вот придете к ней, а она скажет, это вот человек, все. Он же вас оболгал, правильно? Правильно понимаю? Мы знали, что он любого хорошего человека обольет грязью, а потом ищет всякие заявления. Клеветник. Поэтому что нужно сделать? Прежде чем послать куда-то какое-то заявление, нужно зафиксировать сам факт. Причем зафиксировать так, чтобы он был юридически зафиксирован, а не то, что вы будете говорить одно, а я буду говорить другое, и мы будем с вами пререкаться. Или вы будете друг с другом пререкаться, скажет, судья вам скажет, идите отсюда, случай. С кого ничего нету, все, прекращай. Или вообще не возьмет, потому что у вас нет никаких подтверждающих документов. Значит, я вам уже говорил, составляется акт. Акт. Акт, запомните, это очень важная бумага. Допустим, вас куда-то не пустили. Вот вы идете, идете на лекции сегодня, а там стоят, говорят, мы вас не пустим. Как это вы нас не пустите? Не пустим и все. Что вы должны сделать? Сядь, три человека, не меньше, три. Это все знают про тройку. Три обязательно. Значит, три человека пишут акт. Пишется очень просто. Акт настоящий составлен в том, что сегодня, такого-то числа, в такое-то время, такие-то люди сделали то-то и то-то. И точно, не без всяких оценок. Там хорошо, это плохо. Вот просто она не стала с вами разговаривать, а она произносила такие вот фразы. Мало того, что она не стала с вами разговаривать, не участвовала ни в разрешении конфликта, отказалась от всяких примирительных процессов, она еще и называла нас нехорошими словами, как то. Вот. И перечислить. Бездельники – раз, тунеядцы – два, дармоеды – три, лоботрясы – четыре, паразиты – пять. И так все перейти, аккуратно перечислить. О чем и составлен настоящий протокол, настоящий акт. И дальше подписи. Иванов подпись, подписи не отличай, не наоборот. Подписи. И расшифровка подписи обязательно. Можете для верности указать там домашний адрес каждого. Потому что, вот, скажем, заявление, когда принимают, вот человек со своим домашним адресом нормально. Такой-то домашний адрес такой-то. То есть ходите, вот я, вот проверяйте меня, я вот я есть. Не то, что кто-то там подмахнул, неизвестно кто. Правильно? Можете домашний адрес и телефон. Хотите позвонить, я вам еще такое, ничего не такое наговорю. Так, раз, два, три. Составили? Вот теперь у вас в руках что есть? Задокументирован факт нарушения закона. Факт задокументирован. Ну, теперь уже факт задокументирован, теперь уже дело ваше. Вот теперь он берет и письмецо. Не письмецо, а заявление в суд, что такая-такая-такая-то. Генеральный директор ША нашего замечательного предприятия, которое мы так любим. И ее любили до этого времени сильно. Но вот тут разлюбили. Может быть, снова полюбим, когда вы ее накажете. Просим привлечь ее к ответственности за нарушение. Чего? Положение разрешение коллективного трудового спора. Ответственность предусмотрена Кодексом административных правовых нарушений. Административных нарушений. И все. И в суд. И пусть разбирается. В следующий раз она не будет говорить, что вы бездельники, лоботрясы. Говорит, я бы вам сказал, что вот такие хочу. Она уже не с теми людьми имеет дело. Товарищи конфликтологи, это очень важно, это надо уметь. Но если конфликты, конфликт всегда вот бывает в такой ситуации, когда кто-то другая сторона что-то говорит, а потом будет отрицать. Если вы это не зафиксировали, вы будете говорить, вам никто верить не. Почему я должен вам верить на слово? Я же знаю, что вы все обязательно исказите, все очерните светлое, все, а все черное обелите. Поэтому почему я должен вас верить? А вот серьезные люди говорят, что вот Ленин писал, кто в политике, в экономике верит на слово, тот круглый дурак. Мне это не понравилось. Я начал искать еще у него. Написано что-нибудь по этому поводу? Написано. Тот, кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый идиот. На этом я изыскание эти завершил. И могу вам сказать, что никаких других высказываний другого плана нету.
Если уж пошла экономика или политика, где действуют интересы противоположные, или у политиков какие-то есть цели, а вы им верите на слово. И сколько людей у нас поймалось на... То, значит, на удочку МММ до сих пор еще ходят, без всяких документов, деньги хотят сдать. Гермес Финанс, Хопер Инвест, Властелина. Несут и несут деньги, ну просто нет, невозможно отбиться от них. Все несут и несут, верят, доверчиво невозможно. Вот у меня рядом магазин был, там такая была акция у них, телевизионный телевизор. Вот когда у нас сотни тысяч были, дескать, 800 тысяч за 800 тысяч приносишь, и через 3 месяца получаешь телевизор за 1 200 000. И пошли люди, очередь, ночью стояли. Этот хозяин собрал 12 миллиардов и уехал в жаркие страны. И я думаю, что он еще их не истратил, эти деньги, потому что он много собрал. Так сразу не истратишь. Надо все время думать, куда еще потратить, вот куда бы потратить эти деньги. А там сидела фирма, новая уже. И им сказали, пока вы тут сидите, вместо аренды будете выплачивать понемножку вот этим, чтобы они тут все не разбомбили, ограбленным. И они понемножку выплачивали. Ну и вот к ним приходили люди, они объясняли. Вы вот грамотный человек? Грамотный. Вы понимаете, что такое не может быть норм прибыли, чтобы 800 затратил, а 1 200 000 получить? 500. 800 затратить, 500 получить. Вы понимаете? Вы грамотные, понимаете, да? Значит, вы играли. Вы понимаете, что это игра такого? Вы играли. В азартную игру. Так вот, вы проиграли. Я о чем вам сообщаю? Все. Ну, не играйте в азартные игры. Садятся люди с этим, с наперсточками играть. Не садитесь вы играть в эти игры, потому что там вы проиграете 100%. Или дама, назовите номер. Вот не надо с ними разговаривать. Как только вы назвали, вы попали. Я работал на полставке в Академии гуманитарного образования и руководил программой переподготовки представительства Российского государственного гуманитарного университета. И вот мы приглашали из Москвы, оттуда, из Российского государственного гуманитарного университета, преподавателей для участия в экзаменах государственных. И вот к нам одна доцент, юрист, приехала. Мы ей выплатили 2000 рублей за эти самые экзамены. Ну, как положено, через кассу. Она проходила мимо их Казанского собора и сказала, девушка, назовите цифру. Ну и дальше больше, в общем, она все деньги, какие у нее были, отдала этим нашим специалистам. Из чего вывод такой, что наши жулики в Ленинграде круче московских юристов. Значит, понятно, значит, все факты, нарушения, какие были, надо фиксировать. Если будет 2 человека, это не будет документ. Если будет 3 человека под актом подписаны, этот документ принимают во всех инстанциях, во всех абсолютно. И очень успокаивает всех. Вот если у вас там кто-то на вас кричит, там орут, обзывают, как некоторые, что вы делаете? Вы спокойно сидите и пишете. Вообще я вам советую, вот если с вами кто-то конфликтует, вот вы на меня сейчас будете кричать, да? И всякие слова говорить, а я сяду и буду записывать все, что... Ничего не буду вам говорить, возражать не буду. Еще что у вас там? Еще что? И обычно люди останавливаются. Начальники на вас будут какие-то кричать. Начальников у нас много же. А вы записываете, берите лист бумаги. Очень хорошо действует. Так, сразу так разрешается конфликт сам по себе. А что вы пишете? Да так, для себя хочу. Вот у меня недостатки есть, вы их как раз подмечаете. Хочу исправлять, начать так, чтобы было видно, какие. Да? Хорошая позиция? Отлично. Что после этого со мной можно сделать? Ну, скажите, что я дурак. Не скажете? Ну вот, а раньше говорили, а сейчас отказывают. Ну и все тихо, мирно, у нас и хорошо. Я, например, сразу соглашаюсь, а где мне? У меня вообще извилин, не знаю, я не видел, думаю, что мало. А потом, если есть одна, и то я не уверен, что она извилистая. Поэтому как я могу с вами вообще спорить? Я хочу сказать, что первое, что хочет человек, когда начинается конфликт, он начинает этим же отвечать. Не надо становиться
на ту же позицию. Если вы идете по улице, на вас лает собака. Не надо становиться, я вам советую, не становиться, значит, двереньки, не лаять на нее. Хороший совет, правильно? Вы же не будете лаять? Ну, если вот так кто-то себя ведет по отношению к вам, вы зачем вы опускаетесь до этого же уровня? Поэтому я им предложил. Вот вы уже отказались меня даже обзывать. А вот если будете, я буду записывать. А я буду тихо записывать. Тихо. Я ей отвечу. Да вы думаете, я скажу, нет, ты сама так. Нет, я такого никогда не скажу. Ну, да, спасибо за это. А у вас еще предстоит диплом, защита диплома. У вас предстоят всякие и прочие всякие вещи. Когда вам какой-нибудь говорят, что нужно сказать? Вот особенно спасибо, спасибо. Вот вам. За то, что вы за ваши высказывания в мой адрес заставили меня глубоко задуматься. Я буду думать о том, как учесть ваши замечания в дальнейшей работе. И что вы все скажут, надо же, как вы вежливы, и проголосуйте за меня. И вы, может быть, проголосуете. А я бы сказал, вот что вы и сами, вы такие, раз такие, раз такие. А зачем? В чем задача? Мы с вами разжигаем конфликты или разрешаем? Разрешаем. Но вот, чтобы разрешать конфликты, надо некоторых надо успокаивать актами. Может быть, дальше акта ничего не потребуется. Составили акт. Будете дальше продолжать. У нас уже актик есть на вас один. Мы вам советуем не нагнетать, потому что это будет уже... Сейчас у нас просто вот вы неправильно, нехорошо просто высказались. А так у нас будет уже злостное, систематическое нарушение закона. Видите разницу? Второй раз, третий раз. А? Можно спросить? Вот когда меня спросят об этом акте в определенных органах, скажем так, не нужно будет предоставлять там типа диктофонную запись или еще? Нет. Акт сам по себе документ. Ничего не надо. Акт есть первичный документ. Все. От балды написать, что мне там кто сказал. Не от балды, когда вы написали подпись, это вы от балды, когда наоборот пишете. Тогда от балды. А когда на вот лицевой стороне подписываете, это не от балды. Я никого не критикую. Я так просто высказываю отдельные мелкие замечания. Записывайте, да. А у вас там не диктофон случайно? Я однажды обращался в ФСБ, тогда она еще была КГБ, по поводу того, что у нас пытались в Лисьем носу сделать там Диснейленд. Ну вот, и так сказать, это привело бы там к значительному нарушению экологии. И вот товарищ, так сказать, меня пригласил, который в ФСБ, в большой дом. У него такая тоненькая папочка была. Вы, Михаил Васильевич, говорит, не возражайте, если я буду записывать наш разговор. Конечно, нет. Я же публично обратился. Ну, а это вот такой диктофончик. Ну, это у вас очень толстая штука. Очень толстая. Ну, по крайней мере, вот он сюда. Вот сюда. Вполне помещается. Я уже свой. Сейчас продаю, пожалуйста, диктофончик. Вот я могу туда его положить, у меня будет все записано. Все. Поэтому кто думает, что вот можно спрятаться, чтобы вас не записывали, ну, это просто люди, не представляющие, в какое время мы живем. Я вам советую настроиться так, что вы сейчас находитесь на веранде. Мы с вами пьем чай. И все люди, которые проходят, видят, что мы пьем. И слышат, о чем мы говорим. Более того, я хочу вам сказать, что самое страшное, если вам припишут. Вот вам скажут, что вы выступали и призывали убить главу администрации или президента. Это серьезное дело. Я буду заниматься этим делом. Там люди напишут про вас. Поэтому, если кто-то есть такие люди хорошие, которые все пишут, что вы говорите, радуйтесь. Ну, скажите, вот, давайте посмотрим запись. Потому что самое страшное, когда вам припишут то, чего вы не делали. Потому что, если речь идет о том, что я говорил, то я контролирую то, что я говорю. А вот если припишут, что вы вот трех человек зарезали, а выглядите вроде бы прилично. А еще знаете, как это говорят? И приемы, и соответствующие. А правильно ли я понимаю, что вы зарезали трех человек? И следите, как ни в чем не бывало. Правильно я понимаю? Отвечайте. Неправильно я понимаю. То есть она зарезала троих. Во-первых, не говорит, сколько. Во-вторых, просто я неправильно понимаю. Да? Вот это вот, вот такие вопросы, они вопросы обманки, потому что надо отвечать не так. Если вы скажете «да», ну, значит, вы подтверждаете. Вас остается вязать. Если вы скажете «нет», ну, все преступники, первое, что делают, я не убивал, я не воровал. Ну, это все так себя ведут, поэтому вы сразу вызываете уже этим подозрение. Поэтому в таких случаях я никаких людей не убивала. Вот и все.
Не надо ловиться на эти вопросы, которые вам задают. Не надо на них ловиться. Надо самостоятельно самим высказывать свои суждения. Вот это очень, очень важно. И это все может быть во время забастовки. Во время забастовки могут быть всякие провокации, которые могут быть использованы. Еще трудно предсказать, какие. Кто и с чем будут, в чем будут обвинять. Могут что-нибудь своровать. Своровать могут во время забастовки. Обвинить кого? Забастком. Могут разбить какой-нибудь контейнер и тащить из него ценные вещи и так далее. Кто будет виноват? Скажут, вы же делаете забастовку. Кто во время забастовки отвечает за порядок по закону? Кто? Рабочий. Что значит? Ну кто руководит забастовкой? Специальные люди. А? Специальные люди. Не специальные люди, а забастком руководит. Он и есть специальные люди. Вот забастком отвечает, и профсоюз отвечает, естественно. Это вы, это из-за вас это все украли. Украли, а не дай бог кого-нибудь задавило, придавило, потому что еще производство идет. У нас же минимум работы выполняется. Кто отвечает за это дело во время забастовки? Вот поэтому очень важно, вот когда забастовка, все сидят на своих рабочих местах, им читают лекции, проходят занятия, они... Значит, какое-то время, не все время торчат на производстве, уходят на 2 часа раньше. Ну так, если у них 8-часовой рабочий день, они 6 часов позанимались, и хватит. Дальше пошли домой. А можно сделать так, что одни на 2 часа приходят позже, а другие приходят, уходят на 2 часа раньше. А так, чтобы все время было перекрыто, чтобы не было так, что тут никого нет, и какие-нибудь провокаторы могут что-то сделать такое, которое приведет к каким-то дополнительным конфликтам уже с законом. Или, скажем, будут основания у правоохранительных органов вмешаться, потому что тут вот есть... Кто-нибудь позвонит и скажет, что мы тут вот хотим взорвать цех, завод, причал. Что, не бывает таких звонков? Бывает. Поэтому тут надо вот это контролировать. Или там заложено, подложено. Все время такие звонки бывают. Целые аэропорты ставят такое положение, что приходится освобождать, выводить людей. Поэтому надо к этому относиться очень серьезно. То есть забастком он взял на себя функцию управления, и поэтому он должен эти функции выполнять очень строго, безусловно. Но для этого нужно ему сформировать соответствующие органы, организацию, он может сформировать дружину, дежурных, повязки сделать, дежурные, чтобы были ответственны за порядок, по каждому подразделению, по каждому цеху и так далее. У вас есть там профсоюзные организации? Есть соответствующие, скажем, там, парткрупорги. А если нету, значит, надо в каждом цеху назначить, записать, что назначено решение заводского от такого-то числа, такие-то люди, по этому цеху вы и так далее. То есть все это должно быть все организовано. Очень важно. Только тогда, когда поддерживается порядок, обеспечивается выполнение тех работ, которые включены в минимум выполняемых работ. Более того, когда выполняется тот график забастовки, который был объявлен, у вас какая забастовка? Бессрочная? Мы уже с вами говорили, никакого смысла делать срочную забастовку нет, потому что забастком может прекратить в любой момент, и все. Теперь забастком может приостановить забастовку. Это что значит? Раз он приостановил забастовку, там 2 дня побастовали, взяли и приостановили забастовку. А что значит приостановили? Значит, у вас начинается работа по полной схеме, все приступают к работе, все выполняют обязанности, демонстрируют некоторым, вот, которые говорят, что они бездельники, там, тунеядцы, хулиганы и паразиты, что, знаете, как работают люди? Высококачественно работают, высокой производительностью и так далее, и работает. Сколько? Ну, допустим, дней 10-15. Но что означает приостановка забастовки? Означает, что забастовочное состояние сохраняется, коллективный трудовой спор не разрешен, переговоры ведутся. На фоне чего? На фоне того, что работа идет, но есть забастком. И есть право у забасткома в любой момент, уведомив за 3 дня, это вот процедура первая, длинная, там почти месяц занимает. Но если вы ее прошли, вы уведомили за 3 дня, и порядок забастовки установили такой, как хотите там. Если у вас было час в начале смены, то может быть 2 часа в конце. Может быть час в начале, час в конце и к обеду часик.
Как вот посчитает Забаском, так он и сделает. Ведь он должен продемонстрировать представителям работодателя, что он, что люди, работники, свободные люди, и на тех условиях, которые им предложены, не согласны работать. Почему? Потому что в соответствии с Конституцией у нас запрещен принудительный труд. То есть я могу вас позвать, скажите, ископайте мне, пожалуйста, участок на даче. Вы скажете, да я с удовольствием. Это один разговор. Если вы обязаны вас вскопать участок мне на даче, вы скажете, я вам не крепостная крестьянка, и все. И весь разговор. Правильно? То есть обязанность выполнять работу, если вас не устраивают условия. Нет такой обязанности. Поэтому вот само право на забастовку, которое включено в Конституцию, в основной закон страны, означает, что у нас труд не принудительный. Принудительный труд был при феодализме, при рабовладении, сейчас нет. Просто вы свободный человек, просто вы кушать захотели, пришли и спросили, Михаил Сергеевич, нет ли у вас какой работы? Я говорю, есть, но только денег у меня мало-мало. Ну, хоть мало, так я все-таки что-нибудь куплю. Ну, давай, приходите, и начинаю вам платить понемножку. А то, что вы сделаете, подорого продавать. Поскольку я тоже свободный человек, вы свободно работаете на меня, я свободно продаю то, что вы наработали. И вам хорошо, и мне хорошо. И поэтому одни миллиардеры, а другие концы с концами еще не вполне сводят. Это, так сказать, характеристика свободного капитализма. Тут все свободны. Даже более того, я вот если я работодатель, могу показать, что я менее свободен. Представляете, вот завод на мне висит. Надо же охранять, а если что случится, собственность, это же надо. Все время там нормы, там как существует, порядок определенный и так далее. А вам-то чего? Пришли и ушли. Поработали, да ушли. Свободный человек. А я все время вот мучаюсь. Ночью встану, думаю, как мне. Вот у меня 8 миллиардов есть, как 9 получить? Знаете, как тяжело? Я все думаю и думаю. А мне нужно 10 для того, чтобы купить остров. В Тихом океане. 10. А мне только 9. Вам и не понять, как тяжело. Значит, идут переговоры. Чем заканчиваются обычные забастовки? Основная масса забастовок заканчивается тем, что работодатели требования забастовщика удовлетворяют. Почему? Потому что этот работодатель начинает выпадать уже из контекста всех остальных работодателей. Так, вот кто у тебя там уже его встречает и говорит, что там у тебя происходит? Что ты не можешь ничего сделать? А он ничего не может сделать. Раз ничего не может сделать, ты вообще ничтожный человек. А ничего он не мог сделать, потому что он и раньше пытался что-то силой сделать, но теперь, когда уже полный порядок, то остановят, то потом уведомится и за 3 дня, и новый график забастовки, то начинает в шахматном порядке. Все понимают, что на производстве есть цепочка. Вот вы начинаете, потом передаете ему. Он потом передает, делает 2 дня, потом передает вам, потом вам, потом вам, и доходит до вас. Так, вот есть такая технологическая цепочка. Значит, сидел за бастом и думал, зачем нам это все сидят? Ну, позанимались, поизучали, давайте так. Значит, график такой, вы забастовки, вы снова возобновили и уведомляете за 3 дня администрацию, что вот забастовку в дальнейшем с такого-то числа, с 14 часов будет проводить в следующем порядке. Вот вы сначала, вот эта вот работница не будет выполнять работу, 2 дня не будет выполнять работу. Нет, 3 дня не будете выполнять работу. Ну, отдохните дома, ничего вы там. Это день, два, а 4 не выполняйте. 4. Пишем 4. Так? А потом вы выходите на работу и начинаете работать. После этого вы 5 дней не выполняете свою работу. А все работают. А у вас, скажем, если у вас нет работы, то вам обязаны платить. Вы пишете заявление. Если вы в забастовке не участвуете, вы же пишете, в забастовке будут участвовать только такие-то, такие-то, такие-то. Забастовка решает. Значит, вам я должен платить зарплату, правильно? Если нет работы у вас, значит, я должен платить за вынужденный прогул. Минимум 2/3 тарифа. То есть вы ничего не делаете, 2/3 тарифа получаете. То есть это получается оплачиваемая забастовка. Это нравится этому самому? Не больно это нравится. Он деньги платит, вроде как и бастует, вот непосредственно не выполняет работу, а вот вы всего-то 5 дней посидели дома, и все. Потом он посидел 5 дней дома, потом вы.
потом вы, потом вы, потом вы. И то этого полгода никто не работает, производство не работает, а деньги всем надо платить. И всего надо не платить за 5 дней из этого полугодия. Всего надо за 5 дней вам не заплатить. Да что вам 5 дней? То есть, вот некоторые думают, что вот забастовка это, все, баста, я не работаю, все. Ну, это значит, люди не квалифицированы, не хотят думать, не понимают, что они должны определенное воздействие оказать с целью выполнения заявленных требований, а не просто, так сказать, навести какой-то иролаж или какой-то непорядок. Почему? Полный порядок. Почему? Кому положено, те работают. Вот вы не работали, а он работал, и все остальные работали. А как они работали? Они ждали от вас, когда вы заготовку свою представите им. И ждали 5 дней. Потом, значит, он не будет делать, ваша заготовка, ничего с ней не делается, и вот они будут ждать потом. А все ждали уже, вот все ждали. И так еще 5 дней, потом будут ждать, потому что они не делают. И так все будут ждать, 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 а деньги всем платить надо. Кроме вот этих 5 дней, в которые вы не работали. Ну, не работали, никакой ни зарплаты, ничего не будет, ясное дело. И некоторые работодатели думают, ну, ах, вот они будут бастовать, так они ничего не будут получать. Так при таком варианте все будут получать, ну, вот с некоторым небольшим вычетом. Полгода не работают, за 5 дней не получают. Остальные просто обязаны выплачивать. Пусть попробует он не выплатить за вынужденный прогул. Есть вот решение забастком, оно оформлено протоколом. В этом протоколе записан график проведения забастовки. А согласно этому графику, вот один человек не работает, и фамилия указана, должность, потом второй. А все остальные в это время работают. Всем остальным будьте добры платить зарплату, и все. Ну и так далее. Все возможные варианты. Тут, как говорится, не опишешь, потому что тут надо людям уже изобретать, как действовать. Допустим, совсем не обязательно даже вот включать всю цепочку. Достаточно... Вот, скажем, если это все связано с техникой, а техника требует чего? Того, чтобы ее обслуживали. Ну, вот обслуживающие. Вот вы там за технику отвечаете. Все, вы не работаете, все остальные работают. Если нет, техника не выходит на линию, или она не ремонтируется, или не обслуживается, нельзя на ней работать. И все. И все стоит. А зарплату всем надо платить, кроме вот этих злодеев. А этим злодеям из профсоюзной кассы платят. Вот таким образом. Надо сказать, что люди, которые участвуют в забастовке, привыкают к этой жизни. Привыкают. И потом из нее очень вот, сложно выйти. А когда, если вы не выйдете из забастовки, то это могут пойти санкции. То есть, когда вот тут сидит, так сказать, генеральный директор и смотрит, вот вы придете на следующий день после забастовки, не придете сразу, раз, и увольнение. А вы взяли и пришли. Ну, а вас не уволили, а он взял и не пришел, его уволили. Жалко его. И как его установишь? А как он нарушил? Он говорит, да нет, он когда бастовал, никаких претензий. Он бастовал и бастовал. Ну пусть бастует. Я же не возражал, я понимаю, есть закон. Ну раз закон позволяет этим бездельникам бастовать, пусть бастует. Ну когда начался рабочий день, он же не пришел, все. А как? Когда надо выходить? Как выходить из забастовки? Что написано в законе? В законе написано, что... А вот... В законе написано, что в случае, если ваша забастовка признана незаконной, то на следующий день после вручения, допустим, удалось вам выбить решение суда городского о том, что забастовка незаконная, на следующий день все должны приступить к работе после того, как орган, возглавляющий забастовку, получил письменное решение суда. Тут, может быть, такое приключение. Приходят судебные приставы с решением суда. А вы не знаете, где забастовочный комитет сидит? Не знаете? А вы не знаете? И вы не знаете? А вы? Вот он ходит, а у него время-то рабочее закончилось, все, пошел домой. Все, завтра можно не выходить к вам на работу. А решение есть суда. Вы уже об этом знаете. Вы же на суде-то были. Ну, письменное должно быть вручено, и тогда работники обязаны приступить к работе на следующий день. На следующий день
Вы не знаете, где? Приходит судебный пристав с утра с этой бумагой вручить забастовочную, потому что на следующий. Не знаете, где? А говорят в кочегарке. Где у вас кочегарка? Не знаю. А вы не знаете, где? А чего у вас никто ничего не знает? А у нас, говорит, не другая работа. Пошли, вы не генеральный, где находятся, где эти работники? Да я, говорит, если бы они работали, я бы сказал, где их рабочее место. Они сейчас же во время забастовки. Там обязаны сидеть на своем рабочем месте? Не обязаны. Они вообще на работе быть в это время не обязаны. Они могут и дома быть. А нигде не написано, что за баском должен сидеть вот. Может, он дистанционно управляет связь по радио. Вот вы управляете, но не член забасткома. А вам из забасткома указания даются. А забаском, где он должен сидеть? Ну, где хочет, там и сидит. В кафе. В университет пришел, сидит тут, вот внизу там хорошее место, как раз там и включить можно все под лестницей, да? Сидит тут, вот откуда? Может, там забаском все время сидит, мы же не знаем, что они там делают. А скорее всего там сидит. А? Да. Скорее всего, там он и сидит. А этот ходит по заводу, темный. Судебный пристав, исполнитель несчастный. Но это в том случае, если это связано с решением о признании забастовки незаконной. А если нет такого решения? И вот забастком принял решение. Принял решение прекратить забастовку. Или в связи с тем, что требования выполнены, или в связи с тем, что народ вот без денег оказался, надо в следующий раз начать. А сейчас тяжело. Лучше бы он, конечно, не принимал такого решения, лучше бы он приостановил. Потому что никакого правила, на сколько время можно приостановить, нету. Ну в чем проблема? Если вам тяжело, ну приостановите на год. Или на два, или на три. В чем проблема? Это что означает? Это означает, что у вас теперь вот то, что вы проделали в порядке подготовки к забастовке, то у вас теперь сохраняется как юридические действия на долгий период. То есть вы в любой момент, вам что делает администрация, мы говорим, все, через три дня мы бастуем. Продолжаем. То есть забастовка не прекращается, а вы находитесь в режиме забастовки. Вас нельзя уволить, сильно забастковывать нельзя, наказать никого. Особый режим. И в любой момент вы можете в любой график придумать, какой хотите, но надо выждать, будет написать бумагу только начальнику и три дня выждать. Что плохого? Какой смысл прекращать забастовку? Раз вы вышли на этот уровень, это вы считаете, что у вас новые отношения появились с работодателем. Таких не было. Прекрасные причем отношения, добрые. Добрые почему? Потому что вы работаете же. Но если что, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Что плохого, что ну, что? Мне было совестно. Вам совестно? Значит, у вас какие-то черные замыслы. И платье у вас черное. Видно, что и волосы у вас черные. Понятно. И мысли, наверное, у вас. Не скажу, какие. Нет, я не сказал же, какие. Я понял, что там дальше надо вовремя остановиться. Я же тоже грамотный человек. Ну, потому что внешность и внутренность могут совершенно не совпадать, быть противоположны. Вот и все. А вот мысли у вас самые светлые, и чувства самые светлые. А кто-то думал про то, что мы сейчас друг с другом будем спорить, то вообще люди не понимают сложности от наших отношений. Вот и все. Вот так. Мы люди образованные, наученные, обученные, все, конфликтологи мы. С нами просто не законфликтуешь, если мы не захотим. Правильно? С нами законфликтовать очень трудно. Наша задача разрешать конфликты, а не создавать новые. Какая работа, как сказать? А? Работа? Работа надо. Можно прикинуться, что вы не конфликтолог. Разные есть способы поиска работы. Вообще, если человек получает высшее образование, я хочу вам сказать, ему легче найти работу, чем человеку без высшего образования. И никто потом не спрашивает, конфликтолог, историк, математик, физик. Вот я думаю, кто по образованию? Вот угадайте. Кто? Физик. Что? Вы, наверное, физик. Нет. Экономист. А? Экономист. Нет. Юрист. Ну, то и не... Кто? Юрист. И нет. Математик. 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 Я закончил математико-механический факультет по специальности математик. Все. Вот анкету я заполняю сразу.
Специальность по образованию. Математик. Все. А потом вам дорога открыта, если вы имеете высшее образование, неважно какое, вы можете защищать диссертацию по какой специальности? По любой. Только надо будет сдать историю науки соответствующей. Вот я кандидат экономических наук. Ну, вот в этом смысле экономист. А докторскую еще легче. Никто вас не спрашивает, никаких экзаменов нету. Пишите монографию, защищайте докторскую. Будьте добры, докторская у меня по философии. Да. Я доктор философских наук. А если вы работали вот до сего, вот до сегодняшнего дня, потому что сегодня опубликовали, что товарищ Медведев ввел новое правило. Теперь ученые звания дают по специальности, а не по кафедре. А вот в наше время, до сегодняшнего дня, звания давали в зависимости от того, на какой кафедре вы работаете. Я работал на кафедре экономики и права. И, соответственно, она подала документы в ученый совет, в высшую аттестационную комиссию, и я получил звание профессор по кафедре экономики и права. Юрист я. Как бы и. Вот. Поэтому пусть это вот, я хочу вам сказать, что не надо вот даже так идти такой дорогой, что вы будете этих делать много дипломов. Много дипломов сделаете, когда два диплома, будут считать, что вы умные, а когда три, будут думать, что... Поэтому, а почему? А потому что, когда человек имеет много дипломов, он все везде немножко копает, чуть-чуть. Вы где-то хоть прокопаете какую-то глубокую нору в науке, правильно? Угу. А вы все хотите там вширь. Поэтому, когда человека три или четыре, тем более, что есть дипломы о профессиональной переподготовке, и вы можете получить, вот это имейте в виду, имея высшее образование, можете за год получить дополнительную специальность. Вот по переподготовке у меня еще есть диплом историка и политолога. Уже достаточно. Но вы же спрашиваете, вот я на ваш вопрос отвечаю. Для того, чтобы вам устойчиво было, надо иметь, так сказать, возможность в разных вариациях работать. И тогда, так сказать, вы будете в этом смысле твердо себя чувствовать. Так. Итак, принято решение прекратить забастовку. Или если прекратить или приостановить, все равно результат должен быть такой же. На завтра, чтобы все явились как миленькие на работу. И ни-ни. А как же, говорит, я могу, я уже тут неделю пью, как я завтра выйду? Я завтра уже не могу. Иди к врачу, там, что хочешь делай. Но все должны как штык быть на работе. Иначе не будет. Это вот, так сказать, я вам рассказал о забастовках, которые являются официально оформленными как забастовки. А представьте себе целый ряд специальностей, целый ряд предприятий, которым запрещено законом. Запрещено. И прямо в Трудовом кодексе записано, что забастовки запрещены. Например, авиадиспетчеры. Авиадиспетчер можно бастовать? Нельзя. Письма пишите, пожалуйста. Пишите Владимиру Владимировичу Путину. Что наш работодатель, там то, все. Вот. Владимир Владимирович читать, конечно, не будет, потому что ваши письма попадут в комиссию по обращениям граждан, в администрацию президента, куда-то зашлют в какую-то инстанцию, возможно, она и придет, это письмо, в конце концов, к тому, к вашему работодателю. Но, возможно, к его начальнику. Это не бесполезны такие письма. Но, как вы понимаете, письмами некоторые конфликты не разрешишь. И вот, я хочу вам немножко рассказать об опыте профсоюза авиадиспетчеров, которые виртуозы в этом отношении. Федеральный профсоюз авиадиспетчеров всего добился, проводя забастовки, которые по существу были забастовки, а по форме никакими забастовками не были. Например, вот раньше в законодательстве о здравоохранении, в основах законодательства о здравоохранении стоял такой пункт, что можно три дня. Каждый работник может взять три дня без оформления в связи с тем, что он, ну, там плохо со здоровьем. Ну, мало ли, что-то не то вы съели, или что-то не то выпили. Или слишком много съели, или слишком много выпили. Это не, там не разъяснялось. Ну, просто вот вы приходите и пишете заявление, что в соответствии с таким-то пунктом основ законодательства о здравоохранении, я, так сказать, вот три дня за свой счет беру. Все. И вот, представьте, авиадиспетчеры получили листки по зарплате, как глянули в них,
И так себя почувствовали плохо. Все причем. И все написали заявление на 3 дня. И на 3 дня никого нет. Все. Ужас. Ну, надо сказать, они очень успешно этим пользовались. Изъяли это из законодательства. Хорошо. Изъяли, но люди, которые хотят чего-нибудь добиться, они придумывают. А люди, которые не хотят, они объясняют, почему этого не сделали. Вот если сказать, что вы не выучили этот самый на зачет? Сказать, а потому что было то-то-то-то. А задача состоит не в том, чтобы объяснить, почему вы это не сделали, а сделать. А сделать. Нам вот профессор Заргальдер говорит прямо, что говорит, люди делятся на 2 категории. Одни делают, а вторые объясняют, почему они этого не сделали. Из вторых получается, ну, в лучшем случае, администраторы кинотеатра. Так что не надо этого вот всяких объяснений придумать, почему вы это не делали. Делайте лучше. Потом будете рассказывать, что у вас не было времени, а все ведь знают, что в сутках 24 часа у всех. Поэтому не надо нас дезинформировать насчет, что нет. Есть время, но чем-то вы не тем его заполнили, и не так. Так. Так вот, что делают авиадиспетчеры. Авиадиспетчеры придумали бесконечное профсоюзное собрание. Вот считайте, что мы с вами сейчас члены профсоюза. А я профгруппорг. Так. Значит, из 154-й аудитории больше не выходим. Все. Телефон есть? Телефон есть? Позвоните, скажите там, что мамочка, тут нас тут наш профгруппорг, вот нам объяснил, у нас сегодня профсоюзное собрание. Да, и сегодня будет и до ночи, и ночью, и завтра. Поэтому, если кто ко мне, пусть сюда приходит. Я тут выйду на минуточку и обратно, если что. Но на работу, вот у вас занятия будут, пожалуйста, будьте отсюда на занятия, будете уходить. Как занятие закончится, сюда. Понятно, да? Всем понятно? Ну, это мы сидим здесь, хотя здесь, я думаю, бы и ректор скоро пришел. А диспетчеры в аэровокзале проводят профсоюзное собрание. К ним корреспонденты, к ним жены с сутками несут супчик. Дети приходят, мамочка, вы когда вы это придете, придешь домой? Он говорит, у меня сейчас профсоюзное собрание. Папа, почему ты не приходишь домой? У меня профсоюзное собрание. Сидят, сидят. И вот так в Калининграде сидели, сидели, все требования удовлетворили. Все требования удовлетворили профсоюзников. А в Ростове-на-Дону попался жесткий работодатель. Он написал на них прокуратуру, говорит, они вот сидят там на профсоюзном собрании, ночи не спят, и из-за этого у них снижается внимательность при регулировании полетов. Это может подорвать нашу безопасность полетов. И суд пошел навстречу, представитель работодателя, и принял решение, что ростовским авиадиспетчерам запретить проводить собрания в ночные часы. Те говорят, все, хорошо, мы законопослушные. Значит так, собрание 23 часа, чтобы отсюда... И в 7 часов, чтобы был здесь, 154-й аудитории. 7 часов. Никаких опозданий, как сегодня. Все, чтобы был в 7 часов. Понятно, да? До 23, чтобы не думали отсюда. Только в туалет и в буфет. И обратно. Собрание идет. И ну, собрание у нас такое, что можете читать. Вам все готовиться надо к экзамену. Ну и будете готовиться. В Ростове, конечно, авиадиспетчеры тоже выиграли. Только они ночью уходили спать. Вот и все. А в Сургуте попался еще более жесткий руководитель. Он взял их зимой из этого зала, из зала ожиданий, так сказать, аэропорта, выкинул на мороз. Большой мороз в Сургуте. В Сургуте. А? Он имел право? Он дал задание этим самым охранным структурам выкинуть право. Право это... Вот волк, когда кушает зайчик, он спрашивает, право есть зайчик? А зайчик говорит, вы не имеете права мне есть. Но и то, надо сказать, вот зайчики-конфликтологи бывают очень разумные. Я вам не рассказывал? Пришел однажды, надо всегда думать, новый царь зверей, и говорит, я люблю покушать. Собрал всех. Говорит, кто у меня будет на завтрак? Ну, нужен такой плотный, легкий завтрак. Так, лиса, будешь на завтрак? Записывай. Записываю. Завтрак. Лиса. Лиса помрачнела. Так, обед должен быть плотный. Так, волк, будешь мне на обед?
Ну, ужин должен быть какой-то легенький такой. Зайчик. Он говорит, я! Будешь мне на ужин? А тут можно вопрос? Да. А можно не приходить? Ладно, вычеркиваю тебя. Не надо спешить бежать куда-то. Куда вас зовут, не туда. Вот зайчик он реагировал. Поэтому и здесь. Вот, так сказать, ну, сделал такую акцию. Он нарушил закон. Нарушил надо тоже. Вот если ваш противник в каком-то споре какое-то делает нарушение, это хорошо или плохо? Это то, что он это сделал, это плохо. Но это может быть очень сильным аргументом для выигрыша в большом, гораздо более крупном споре. Они обратились, раз сургутские авиадиспетчеры обратились ко всему профсоюзу. Говорят, ну невыносимо, что творят. Поэтому мы просим весь профсоюз объявить голодовки. И весь профсоюз объявил голодовки. Это что значит? Это значит, что каждый авиадиспетчер утром, прежде чем попасть на работу, идет к врачу. Вот я прихожу, а вы у нас врач. Я к вам прихожу, говорю, пустите меня, пожалуйста, на работу. А вы говорите, сейчас проверим, все хорошо, давайте давление, температурку, тыр-тыр-тыр, посмотрели. Нет, говорит Михаил Васильевич, на работу я вас. Нет, мне нужно работать. Ну вы что, с таким давлением, с такой температурой, с такой частотой пульса, вы что, чтобы меня вообще в тюрьму посадили? Да ни за что. И вы встали вот так, в белом халате стоите насмерть причем, как наши под Сталинградом. Все, но пасаран. И я не прохожу. Я говорю, дайте, я хочу работать. Я говорю, нет, не, работать не будете. Ладно, приходит следующий, потом следующий. Что с вами случилось? Ну, не было аппетита. От такой зарплаты нет аппетита. Не ел я 3 дня, 4-5. Сколько хочу. Это мое право есть или нет? У меня есть такие права? Хочу ел, хочу не ел. Короче говоря, закрылось 40% движения, воздушного движения России. Работодатель пошел на все уступки и записал, что никого не будут преследовать из тех, кто участвовал вот в этой акции. Поскольку акция такая, ну, святое право человек. Ну, не хочется есть. Аппетита нет, когда не платят зарплату. У вас есть аппетит? А сколько людей из-за этого не полетели в командировку? Сколько людей из-за этой забастовки не полетели в командировку? Много людей. Много. Много людей. Да, да. Это все работодатель все разъяснял. Какие злодеи эти диспетчеры. А диспетчеры объясняли, что вот сколько людей у нас уже не летает, потому что у нас по 15 тысяч уже пожилые диспетчеры получают, а молодые 5. И уже никто не идет. Никто не идет в диспетчера, скоро все движение России разрушится и вообще не будет никакого воздушного движения. Вот сейчас вас не волнует, что у нас нет региональных полетов? Куда делись самолеты все региональные? Ничего не производили, все линии сняли, а большие Боинги не летают между Тверью и Вышним Волочком. Вы не заметили это? Сделали. Чем они думали? Поэтому авиадиспетчеры отвечают, да, вот мы вот и заботимся, чтобы были авиадиспетчеры, потому что никто не пойдет в авиадиспетчеры при такой зарплате, а работа страшно тяжелая. Теперь платят хорошо. Теперь им платят. 15 лет назад им платили от 10 до 15. Сейчас им платят от 40 до 250. Да, теперь платят хорошо. Я тоже участвовал, им помогал, писал в газете об этом, авиадиспетчер. И вот я однажды, я приезжаю. Так вот, два аэропорта, или два работодателя в Новосибирске и в Омске, несмотря на такую договоренность, все-таки подали в суд на своих авиадиспетчеров, и суд принял решение запретить им голодать. Мне очень понравилось, я сразу написал заметку в газету, в свою газету «Народная правда», что вот, видимо, и карикатуру попросил художника нарисовать, как бегут судебные приставы исполнители с ложками кормить авиадиспетчеров. Запретили голодать. А президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Ковалев Сергей Анатольевич выступил в прессе со следующим заявлением, что мы, авиадиспетчеры, никогда никакие законы не нарушали и нарушать не будем. Если есть решение суда, хотя была договоренность такого не делать, но если есть решение суда, вот эти 12 человек в Омске и Новосибирске не будут больше голодать. Мы все будем, остальные голодать. А они будут переедать. И я вас уверяю, результат будет тот же самый.
Вот вы скушаете 3 обеда и приходите к ней на прием. Посмотрим, что у вас будет. Скушайте 3 обеда. Если мало, 4. Только не по потребности надо есть, а по способности. Запомнили разницу? Я по потребности больше 1 обеда не съем, а по способности, ну, 3-то могу. И к вам сразу прихожу, вы мне сразу замеряете, все, скажете, Михаил Васильевич, вам больше нельзя сейчас преподавать. Я пошел домой. Хорошо. Но нас не проверяют перед лекцией, вот беда. А однажды получилось так, я приехал на встречу с президентом вот, федерального профсоюза диспетчера, Сергеем Анатольевичем Ковалевым, а он мне по дороге рассказывает, вот, Михаил Васильевич, у нас сегодня спартакиада. А я как-то думаю, ну что, ну о чем мне это рассказывать? Просто я приехал поговорить вот по этим вопросам, хотел узнать, какие у них конфликты, как они их разрешают, а он мне просто спартакиад. Говорит, Михаил Васильевич, вы не поняли, весь профсоюз бежит. Ну бежит и бежит. 5 километров весь профсоюз бежит. И тут до меня дошло, что 5 километров весь профсоюз бежит, а потом опять к ней приходит после 5 километров-то. Я хочу на работу. Проверьте, пожалуйста, пульс, то все. Вы говорите, я вас не могу пустить. Не могу. Никак. Опять она не пускает. Ну что за люди? То по одной причине не пускают, то по другой. Ну не пускают на работу. И опять начинается то же самое. Короче говоря, тут себя проявляет то, что забастовка – это не только, как и любое разрешение конфликта, это не только наука, а это искусство. Вот конфликтологи должны быть еще такими людьми, которые подходят к этому делу, к разрешению, как к искусству. Придумывают каждый раз. Что такое придумать? Такое, чтобы тот, кто, так сказать, вот не хотел это разрешать или не понимал, что вы сделали такое, что он не мог вам противодействовать. Вот это вот надо думать. Тут это вот дело таланта. Вот на вас только и рассчитываем. Причем, почему рассчитывают, надо сказать, люди вы молодые все, в отличие от некоторых вот здесь присутствующих. Мы люди пожилые. Что такое пожилые? Это уже пожили. А вы еще не пожили. Поэтому у вас должна быть светлая голова, ясная. Так вы должны что-то светлое придумать. Я вот, когда эти работы от вас брал, думал, сейчас вот вы что-нибудь такое напишите, и я просветлюсь. Но я немножко просветлился. Но я хочу сказать, что они могут быть более искусные такие всякие. Вот я вот будут ваши записи, когда вы будете зачеты давать мне. Можно в стихах? Абсолютно можно. Представляете, я ему в стихах написал, он мне поставил не зачет. Меня вообще будут преследовать все по университету. Расславят, скажут. Какие дубовые есть профессора? Им в стихах студенты приносят, а они говорят, не зачет. Что-то это противники культуры, и сами они не культурные вообще. В стихах, да давайте. Роман напишите про зачет. Ну вот. Про зачет или про коллективность? Ну, про то, что надо. Не про коллективный договор, а теперь нужно будет на зачете. Понятно, да? Ну вот, собственно, товарищи дорогие, значит, все про забастовку не расскажешь, потому что это, каждая забастовка своеобразна. Тут надо изучать опыт с одной стороны, а с другой стороны, каждый раз надо думать. И вот это обдумывание и понимание того, что вот закон предоставляет возможность коллективу, работникам, пожалуйста, творите, пробуйте и так далее. Но он не сдерживает и работодателя. Работодатель должен смотреть, когда работодатель видит, что у него такие хорошие, умные, творческие работники, он уже перестает, так сказать, с ними воевать и идет на переговоры. Идет на переговоры и договаривает. И видит, что если люди так бьются, значит, это, вот, видимо, и правы они. Потому что если люди не умеют толково биться даже, говорит, значит, вы так вот так вы бастуете, как вы бастуете, так вы и зарплату будете получать. Даже бастовать вы не можете нормально. Не получите вы никакой прибавки, короче. Я вот собирался на 10% прибавить. Я посмотрел, как вы бастуете. Тьфу, если бы я бастовал, я бы не так бастовал, я бы вот так бастовал. А как вы бастуете, не получите ничего. Вот так. Так что надо понимать, что воздействие забастовки зависит от того, как ее проводят, насколько это грамотно. Вот, например, докеры 1 минуту бастовали. Все замерло в порту. 1 сентября в 6 утра порт замолчал. Забастовочный комитет приостановил и в 12 часов предложил провести переговоры. В 12 часов 5 минут был подписан соглашение. Ну, посмотрели? А те говорят, мы хотим посмотреть, а сможете ли вы организовать забастовку? Приходит профсоюз, говорит, ну, посмотрели? Да, посмотрели. А, и пришли к 6 часам, смотрите. Все понятно, подписываем. Все. Красота. Что, задача есть состоять 6 дней,
60, 100, 300? Нет такой задачи. То есть вы хотели продемонстрировать свою дисциплинированность, умение организовывать, грамотность? Ну, продемонстрируйте, и хорошо. Так, на этом мы занятие заканчиваем. Зачет у нас с вами 14, а я хочу к вам за рамками занятия обратиться с одной просьбой, связанной вот с чем. Значит, вы, наверное, видели, слышали по телевидению сообщение о том, что на Украине повалили и разбили памятник Ленину, да? Значит, вы, наверное, знаете, что, скажем, в России, несмотря на всякие коллизии, которые у нас были, и смену общественного строя, в целом отношение все-таки к памятникам культуры, не только со стороны, так сказать, тех, кто вот любит того или иного или уважает того или иного исторического деятеля, а и со стороны властей, в общем и целом, были выдержаны. В том, особенно в городе Ленинграде, Санкт-Петербурге. Например, в Москве памятник Дзержинскому скинули, а в Ленинграде стоит? Ну, даже Сахаров стоит. Да, и Сахаров даже стоит. Такой плохой стоит. Ну, стоит же, но он тоже что-то выражает же, да? Выражает тех, кто его сделал. Да, и неуважение к тому же Сахову даже выражает. Потому что, ну что такое памятник? Он же герой все-таки, соцтруда. В ядерной программе участвует. Ну что такое плохой памятник поставили? Отмойте его. Что он такой зеленый, да? И что на булыжник поставили? Сделайте постамент. Деньги сэкономили. А стоит. Короче говоря, у Смольного стоит памятник Ленину? Вы туда вас и не пустят. Меня пустят. У меня есть проход в Смольный, и я могу подойти. А? А вот подойдите к Смольному, там вот есть такой садик перед Смольным. Сначала пропилеи Смольного, потом идет садик. Справа Маркс, слева Энгельс, идете дальше. И прямо перед самим зданием Смольного еще одна загородка. Раньше туда пускали, и можно было ходить там, когда не было демократии. И смотреть. Там написано на памятнике, да здравствуй, диктатура патриата, этот памятник высоко художественный, он охраняется государством. Вот. То есть там даже если спросят, вот памятник посмотрите, смотрите вот из-за загородки. Вы знаете, что у нас взрывали памятник Ленина, пытались взорвать люди темные у Финляндского вокзала. Ну, я не думаю, что люди, которые его восстанавливали, прежде всего там власти, уж прямо первые горячие почитатели Владимира Ильича Ленина, да? Ну они же, так сказать, что, выделили деньги в государственный бюджет наш, санкт-петербургский. Значит, сняли, отремонтировали. Некоторые кричали, вот они снимают, все, они поставят. Сняли, отремонтировали нормально и поставили. Ну, пальто залатали там сзади, ничего страшного не произошло. В Пушкине был несколько лет назад тоже взрыв. Чем дело? 100 ТВ провело обсуждение на телевидении. Меня, в частности, приглашали тоже. Ну, я высказывался очень просто. Говорит, ну, сделайте себе свой памятник, кого хотите. И зачем, сказать, искажать историю, и зачем взрывать то, что есть, культуру? Это же произведение искусства. Хватит того, что Венере руки оторвали, это же нехорошо. Все равно она прекрасна, даже с оторванными руками. А если без оторванных была? Я видел в городе Дельфи, в Афинах, под Афинами. Значит, там есть храм такой под открытым небом. И там много-много памятников древнегреческим богам. А поскольку пришли христиане, они, поскольку налаживали уже единобожие, они взяли и головы подрубали этим самым, подламывали этим самым богам. Ну, после этого это прекратилось, отламывать головы мраморным структурам. А вот еще имело место тогда. То есть это, конечно, такая бескультурная темнота. Значит, у нас аналогичная ситуация сложилась в сентябре в Ульяновке Ленинградской области. Там есть дом, где жила сестра Ленина Ульянова Елизарова, замужем за министром путей сообщения, наркомом путей сообщения Елизаровым. И там жила мать Ленина, и Ленин один раз туда приезжал в 1905 году. Памятник охраняется государством. Это культурное наследие. 15 числа в ночь. Его подожгли, ночью его подожгли, но теперь, так сказать, частично его погасили, частично сохранили, благодаря тому, что пожарные приехали, но ехали, едут теперь издалека, за это время все должно сгореть, по идее, но не все сгорело. Вот. Часть,
часть сгорела, часть сохранилась, и вот фонд «Рабочая академия», который 20 лет, общественное объединение фонда «Рабочая академия», который по поручению объединения рабочих предприятий промышленности, транспорта и связи сохранял этот дом, отчасти их от того, что в него кидали, и были даже случаи разведения костра прямо на полу, забирались люди, сохранил. Вот этот фонд «Рабочая академия» взялся его снова восстанавливать. Администрация, вот прошло сколько времени, ничего не сделали, то, чтобы его укрыть, там уже просто вот то, что вот пожгли, то рассыпается, естественно, под воздействием атмосферных осадков и так далее. Вот, в связи с этим вице-президент фонда «Рабочей академии» Герасимов обратился к главе администрации президента, товарищу Иванову, с просьбой решить вопрос о передаче бессрочное безвозмездное пользование той организации, которая этим и занимается, всегда его сохраняла. Поскольку местные власти, власти Ульяновки этим не занимаются, не хотят. Может быть, они ждут, когда она сгорит, и да, там земли 30 соток. И 30 соток этих взять и, понятное дело, сделать там коттедж. Вот в связи с этим, значит, такая просьба направлена, инициативная группа совершает сбор подписей. Я тоже в этом сборе подписей принял участие, подписался. И я и вам принес, кто хочет и может подписаться тоже в поддержку того, чтобы передали этот дом-музей тому, кто или тем, кто его сохраняет. Вот такая есть просьба. Ну, а, вот, сказать, разумеется, она не носит обязательного характера. Пожалуйста. Там написано в самом тексте, что это такое, если вы можете, почитайте сначала.